Азаттык сайты төмөндөгү видео үчүн жабылды. Өткөн жылы Кыргыз-Тажикчи арасындагы куралдуу кагылышты кыргыз тарап биринчи баштаган деп көрсөтүшкөн. Ошол видео материалын Маданият министрлиги жалган жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген маалыматты өчүрүп койгула деген өтүнүч менен кайрылат. Тилеге каршы Азаттык ошол убакыттан бери бул видеону өчүрбөй баш тартып келет. Сиз дагы көрүп чыгыңыз. Чынын деле Азаттык радиосунун бул материалы Кыргызстанга каршы маалыматтык диверсия. Беспилотники. По заявлению официальных властей в Таджикистане, нынешний конфликт начали кыргызстанские военные. Пограничные войска Госкомитета нацбезопасности Таджикистана заявили, что кыргызстанские военные атаковали два населенных пункта восточной части Исфаринского района. Это Лакон и Богстон. Ведомстве заявляют, что кыргызстанская сторона проигнорировала все их предложения о проведении переговоров. Азаттык радиосун эмнеге жабылсын деп сотко беришти. Унутуп калгандар жана маалыматы жокторго айтып берейин. Тажик агрессиясы убагында Азаттык радиосунун Бишкек кызматы төмөндөгүдөй маалыматты тараткан. Анда тажик журналисти Азаттыктын кыргыз кызматынын эфиринен чыгып алып, тынч жаткан тажик элине кол салуу болду. Кыргыздар оор куралдар менен аткылап, жай турмуштагы жарандарды өлтүрүп жатышат деген. Бул маалымат жалган, улуттук кызыкчылыкка каршы келет, өчүрүп койгула деп, Азаттыкка өтүнүч менен кайрылуу болгон. Тилекке каршы Азаттык радиосу, бул биздин редакциянын саясаты, өчүрө албайбыз деп баш тарткан. Соттошуу башталган мезгилден бери, көп жолу мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген видеону өчүргүлө деген талапты уруп ойнобой, өчүрбөй келишет. Мына ушундай душмандык, акбакчылыктан кийин Азаттык радиосунун мамлекеттин аймагында иштегенге моралдык укугу барбы? Көрсө Азаттыктын Орто Азия боюнча куратору Бекхоз Йодгоровтун улуту тажик экен. Тажиктин тапшырмасы менен Бишкектеги Азаттыктын студиясы кыргыздарга каршы, улутка каршы, элге каршы иштеп жатат. Ким ушул чыккынчыларды колдосо, коргосо, анда ал дагы чыккынчы. Бишкекская редакция «Настоящее время Азия» вещает пропаганду Таджикистана. Она распространяет однобокую искаженную информацию, лживую версию таджикской стороны. «Настоящее время» — это телеканал с редакцией в Праге, созданный медиакорпорацией «Радио Свобода» Азаттык. Кыргызскую редакцию Азаттык в Праге возглавляет Венера Жуматаева. Редактором бишкекской студии «Настоящее время» является Жибек Бегалиева. Она жена Каната Канеметова. Сидя в Бишкеке, они воюют против Кыргызстана, на стороне агрессоров-таджиков. Они утратили способность здраво рассуждать, показали свое истинное лицо. В своем материале редакция дала слово редактору радио Азоди Хирамон Баказаводи. Хирамон, обращаюсь сначала к вам. Есть ли точная информация о погибших и пострадавших со стороны Таджикистана? И вообще, как власти страны комментируют конфликт? Добрый вечер, Шавкат и коллеги. Буквально перед началом эфира госинформагентство ХОВАР опубликовало заявление пресс-центра погранвойск Таджикистана. В нем говорится, что кыргызстанская сторона, несмотря на достигнутые ранее договоренности режима прекращения огня, начала обстрел двух приграничных районов Таджикистана. Это Бобуджон, Гафуровского и Исфаринского районов. Также утверждается, что Кыргызстан для нанесения ударов активно используют военные вертолеты и беспилотники. По заявлению официальных властей в Таджикистане, нынешний конфликт начали кыргызстанские военные. Пограничные войска Госкомитета нацбезопасности Таджикистана заявили, что кыргызстанские военные атаковали два населенных пункта восточной части Исфаринского района. Это Лакон и Богстон. Ведомстве заявляют, что кыргызстанская сторона проигнорировала все их предложения о проведении переговоров. Таджикская журналистка обвинила кыргызскую сторону в начале вооруженного конфликта и нанесении ударов. Журналистский мир уже осуждает их такой шаг. Понесет ли ответственность Азаттык за свой гнусный материал? Мировая общественность должна знать правду. Именно Таджикистан использует военные танки и тяжелую технику против мирных граждан. Оккупировал несколько населенных пунктов Кыргызстана. Военные Таджикистана стреляют и убивают кыргызов, поджигают их жилища.